Thank you.
практически как в фортепианных концертах Фредерика Шопена. Друзья, вот мы проходим по гениям, романтическим композиторам. Паганини, Шопен, где-то рядом с ними был тоже гений фортепиано Ференц Лист, а Ференц Лист играл в одном камерном ансамбле с замечательным виолончелистом, современником Карла Юльевича Давыдова, только Карл Юльевич Давыдов царствовал на виолончели в Российской империи, а в Европе тогда царил на виолончели Давид Поппер, виртуозный виолончелист и композитор. И сейчас прозвучит его небольшая, но очень популярная пьеса «Танец эльфов».